В Магадане продолжают работу над второй очередью парка «Маяк». Глава города посетил стройку. На данном этапе проводят планировку под парковку, на которую правительство России выделило деньги. Цель визита в этот раз – синхронизировать работу дорожников, отметил Юрий Гришан. ГЛУД начинает с этой недели строительство дороги по улице Приморской. В скором времени закроют все разрытия. Есть некоторые уточнения с проектом по парку «Маяк», с тем, чтобы в первую очередь делали парковочную территорию, прежде всего выставляли бордюры, и мы тогда уже будем понимать новый створ дороги, потому что дорога будет по-другому идти. Здесь не было никогда пешеходной зоны, будет пешеходная зона, будет расширяться улица Приморская, будут делаться дополнительные парковки, тротуары, лестницы, пандусы, чтобы не беспокоились, что вот мы забыли пандусы, ничего мы не забыли. От улицы Портовой пойдет спуск к парку «Маяк». Там установят ступени, пандусы, а также пешеходный переход к остановкам. Сейчас заканчиваются земляные работы. Кладут щебень, готовят место для асфальта. На объекте задействовано 12 единиц техники. Сдать парк планируют в следующем году. Специалисты отмечают, что в срок укладываются. Думаю, успеваем, если погода даст. Зимой будем готовить, материал будем заказывать, малоархитектурные формы. Это. Зимой основное все закуп материала, заготовка, и к весне уже начинаем работать. Напомним, открыли парк «Маяк» в 2019 году. Реализовали его благодаря победе в 2018 году во всероссийском конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды.